Здравствуйте, сегодня у нас воскресенье. Сегодня такая хорошая погода. Я даже видела, что люди пошли загорать. Даже у меня подружка есть, француженка, ее зовут Кати. Она уже пошла загорать сегодня. Я тоже нарядилась, сейчас так пойду в новых своих одеждах. Вот. Думаю, что будет видно сейчас, как я нарядилась. Вот я Татьяна с Лёры Демара. Привет вам. Вот так вот я. Правда, в тапочках. Ну вот. А вот у меня кофточка. Нравится мне тут впереди. Красиво так. Еще такая кофточка всего 12,50 стоит. Это мне больше всего нравится. Ну ладно, пойдем гулять. Может быть, что-нибудь интересное сегодня там будет, я покажу. Иногда выходишь в воскресенье, и у нас там на центральной площади, напротив адъютамента, напротив мэрии, всегда что-то происходит. Иногда бывают концерты, иногда, может, какие-нибудь рынки. Вот пошла я. Надеюсь, что-нибудь интересное сниму сегодня. Еще у меня сегодня такое есть желание рассказать про королевскую семью. Ну ладно. Сейчас я выхожу из дома. Я вышла. Вот так я выгляжу. Музыка у меня все время, очки, потому что на улице очень яркое солнце, без очков все глаза. Глаза потом ест, так болят глаза. Обязательно надо очки. Вот это у нас такой подъезд красивый, мрамор, пол. Тут такая декорация. Ну, это искусственные. Конечно, цветы бы тут в такой темноте, они бы не выжили. Это все искусственное. Лифт. Лифт вообще смешной маленький. Я не знаю, какой дурак такой лифт сделал. Ну, в общем, тут вообще, как зайдешь, три человека еле умещаются. Вот такой лифт. Впереди у нас уже красиво очень. Вот тут посветлее. Вот тут могу. Тут, конечно, цветы настоящие, но только они хилые. А вон там русские туристы приехали. Они вот вышли. Вот сейчас что-то обратно идет сюда. Ладно. Вот такие цветы тут. Быстренько. А тут вот такая красивая. А еще мне нравится тут вот такая тёпленькая. Снять еще вот это дерево красивое. Так мне нравятся эти цветы. Так красиво. Вообще такие цветочки. Именно вот такой мне цвет очень нравится. У цветов вот такой ярко-розовый. Вот прямо все веточки усажены. Вот такое дерево красивое. Сейчас я пойду гулять. И еще покажу разные деревья тоже. Магнолия сейчас красиво цветет очень. Тут такой у нас ресторанчик. Наш любимый китайский ресторан. Мы все время сюда ходим. Здесь недорого. Днем где-то около 10 меню евро. 10 евро меню. То есть ты туда заходишь, там буфет либре. То есть набираешь, скобожраться можно вообще. И то есть заказываешь только бутылочку там. Ну, вино, конечно, там дорогое. Значит, напитки. Ну, мы особо ничего не заказываем. Так, бутылку пива и все. И водичку еще. Потом Леша кофе заказывает, я там чай. Вот так, любимая. Ну, часто мы туда не ходим. И если тут каждый день все ходить есть, в дверь потом не влезешь. Так вот. А вот это там впереди красное, это у нас пожарная станция. Сегодня воскресенье, все закрыто. Даже если пожар будет, ваши проблемы, да? У нас все закрыто, мы отдыхаем. Воскресенье в Испании почти все закрыто. Если вы не успели купить там продукты, пеняйте на себя, идите ешьте в ресторан. Ну ладно. Пойдем дальше.
И тут расцвели такие ирисы красивые, вообще. Вот тут такой фиолетовый ирис красивый. А вот там подальше, там такой расцвел ирис такой, ну, как лиловый. Не знаю, как будет смотреться в камере. Но вот я, когда смотрю, он такой лилового цвета. Вообще-то камера всегда как-то искажает цвет, когда я смотрю и потом просматриваю свои видео, вижу, что совсем другой цвет. Вот такая здесь клумба с ирисами. Ну, пойдем дальше. Люблю я очень цветы.